А сейчас о происшествии. В четверг загорелась бывшая первая поликлиника на улице Спортивная. Сильный дым и пламя заметили сотрудники и пациенты роддома. Уточним, наспех законсервированные здания бывших медучреждений соседствуют с действующим перинатальным центром. Пожарные приехали быстро, огонь потушили. В причинах теперь разбираются дознаватели. Версий немного – неосторожное обращение с огнем или поджог. Происшествие вряд ли можно считать случайным. Этот пожар – скорее следствие плохого надзора. Напомним, в 2003-м поликлиника переезжает в современный больничный комплекс. Здание опустело, но ненадолго. Очень скоро его облюбовали маргиналы и люди без определенного места жительства. По тревожным сигналам пожарная служба сюда выезжает регулярно. Вот и на этот раз пустые. Пустые бутылки, старые вещи и самодельная печка красноречиво свидетельствуют. В день пожара здесь снова распевали у костра. Именно от него и загорелось здание, убеждены огнеборцы. Неосторожное обращение с огнем. Потому что здание не электрифицировано, отопления нет, отключено от него уже давно. Без места жительства люди здесь заседают. Неосторожное обращение. Можешь окурок бросили. К приезду пожарных здание уже пустовало. Огонь потушили буквально за считанные минуты. Если ситуацию не возьмут под особый контроль, здание может так и не дождаться инвестора. Напомним, в планах муниципалитета открыть на месте заброшенных учреждений туристический комплекс.